Доброго времени суток, дорогие зрители, с вами Лана Ануфриева. Посмотрим, какое же самое главное послание для тебя у моих карт. На что тебе следует обратить свое внимание. Во-первых, карты говорят о том, что тебе нужно остановиться. Самое хорошее, что сейчас происходит в твоей жизни, оно рядом. Не смотри по сторонам, не оглядывайся. Не сравнивай свою жизнь и жизнь, предположим, твоей какой-то знакомой, соседа, либо соседки. У тебя есть чему и кому радоваться, но ты рискуешь пойти по неверному пути. То есть, может быть, обстоятельства сейчас складываются так, что ты кому-то завидуешь, либо считаешь, что проживаешь не свою жизнь. Остановись, посмотри себя, подумай о том, какие у тебя есть плюсы. У тебя не только минусы, у тебя есть много хорошего. Ты достойный, хороший человек. А также посмотри на свое ближайшее окружение. Я вижу, что вокруг тебя есть люди, которые готовы оказать тебе поддержку и заботу. Они любят тебя и нуждаются в тебе, а ты нуждаешься в них. Да будет так.